разворачивается. Но ты таз не вставляешь. То есть ты когда делаешь бросок, вот ты сразу делаешь, берешь бросок. Тебе напрямую нога. И таз у тебя здесь. Ты должен как бы подсесть, чтобы чуть-чуть встать. Ты должен туда как с криком даже влезать. Первое, хоп, не падать назад. Раз вперед, а ты ногу поставил, раз и перекрутился, ты уже бросаешь вперед. Четвертое, да? Чемпионат мира. Готовы? Так же вы. Заднюю бросить вперед. Показать. Не влезть, а показать. Левую подсечку в лапы, правую залезть. Стоп! Не той ногой. Это и покажи. Этой покажи, что ты сзади. Да, этой покажи, чтобы он жестче стал. Этой залезь, но он ждет, чтобы бросить в другую сторону. Показал, но ногу туда не ставишь. Показал туловище. Потом разворачиваешься сюда, бросаешь. Вот смотри, левая подсечка. Нет, ближняя. Раз. Меняешь ноги, залезаешь на заднюю. Раз, стоп. Ногу не ставишь. Он ждет тебя туда бросить. Меняешь ноги. Сейчас, подожди. Показал, то есть ты хорошо взял отсюда заклад, показал и хоп, но не ставишь ногу, потому что он ждет, он тебя уже будет бросать. То есть показал, хоп, вот поставил, видишь, бедро, хоп, дальше разворачиваешься сюда, бросаешь. Там или передняя подсечка, или... Да. Джимми. Две минуты. Стоп! Не двигаться. Возьми захват. Вот. Влад, со стороны. Стоп. Вот. Тебя взяли захват. Да? Тебя взяли захват. Значит, это захват хороший? Нет. Нет. Тебе что-то надо делать. Если ты захват... Захват срываешь, просто идешь. Оп, все. Раз, так сразу, два, шире получаешь. Так, я взял. Что-то нужно делать. Что можно делать? Принеси мне раз такой. Да, Ручку, принеси мне. Сейчас, взял. Если он вот так берет, значит он обязательно будет туда кидать. Обязательно. Когда вот так берет захват, здесь ни в коем случае нельзя брать захват. Если ты возьмешь, что-то улетаешь, рука летит. В этом случае надо, если ты здесь берешь, значит или подойти, тяжело было вытащить.
Или держи. Он взял, оп, засунул куртку даже. Теперь дальше. Отсюда. Да? Вот он взял захват. Хорошо, держи. Хорошо. То есть ты постарался стой на месте, держи. Вот. Да? Что-то нужно сделать. Не знаю. Может быть, перехватить. Да? В эту сторону подвернулся. Может быть. Может быть. Может быть. Оп. Пойти. Бибо. Трудно. Да. Боролся с Ванковым. Я видел, я сказал, подошел Ванкову, говорю, Кадра, а Бибо делает так. Значит, он когда борется, раньше ему можно было, он брал отсюда, срывал захват, брал отсюда, срывал захват, брал и бросал сюда и сюда. Я говорю, Кадра, давай. Ой, как бы, уже боже, Кадра, смотри, взяли тебя, ты ничего сделать не можешь. Он сорвал руку. Сорвал. Бери, бери. Постарайся как бы дернуть. Держи прыжочек. Вот, постарайся дернуть. Не отпускай. Прямо бери и бросай. Бери и бросай. Он держит. Дернул, он держит. Бери и бросай. Он отпустит. Ну, значит, не упадет. Но ты. Он задержает. Так думаю. Вот, я думаю, так, да, вот. То есть тебя взяли, да? Значит, или ты должен отсюда перехватить, да, уводишь сюда, он берет сюда, и тогда ты можешь сюда подвернуться, наверное. Или ты берешь отсюда. И отсюда тяжело, да? Значит, или ну, не получается сюда, просто он чуть ниже опускает. Значит, уходишь. Держи. Так, наоборот. Вот, стой там. То есть ты отсюда уходишь, ты не срываешь захват, уходишь, нет? Бери отсюда, оп, иди, вот отпустил. Ты что, ушел от борьбы? Нет. Хаджими. Полторы минуты, ничья только. Тебя одну сюда. Последняя минута. Обоим шида. Тебя две, у него одну. Сразу надо было сдержать жестче шею и руку. А потом ты извини, ты показал, что ты хочешь делать. Тянуть надо и бросать. Если он отпустил, ты ушел как-то в сторону. А ты раз он отпустил, ты остался на месте. Конечно, ты получил атаку. Хаджина. Время. Golden score. Хаджи.
сказав, що тебе може бути три шида, ти проігрываєш. Поступово два шида должно бути. Или бросок. Пройдет минута, больше дает. Это что? Это что? Смотри. Второй шиб. Хаджи. Второй шиб. Базарик. Чисто полез. Ну, как мне зайти? А я тебе показываю. Веснул, да, бывает. Идите. Ты когда делаешь подсечку, ты кинуешь долго. Когда ты делаешь долго, ты напрягаешься. Сам себя побоишь. Ты слышишь его? Тик, хоп. Понимаешь? Наоборот. Да, ты делаешь подсечку, но ты ее делаешь очень долго. А потом, Влад, посмотри. Вот ты взял хорошую зарплату. Вот ты делаешь, ты вылезаешь. А почему ты не отсюда? Не отсюда. То есть ты можешь показать, а потом уйти вот в эту сторону сюда. Ну не пойдет туда, то он право, ты справа. Я же еще раз говорю. Здесь должен быть вот соседи. А ты. Поэтому ты выходишь с себя и тебе тяжело вернуться. То есть ты должен. Тут даже не подсечь, а просто ты должен как бы показать просто. Понимаешь, он отреагировал. То есть, оп, тут сюда. Но так как он стоит вот так. Обязательно туда пойдет борцов. Поэтому ты должен схитрить. Ты должен сделать раз. Оп! Но в ногу не ставить. Потому что если ставишь ногу, улетает. Раз, оп, поворачивай. Оп, поворачивайся, бросай туда. Поворачивай. Ты убираешь ногу. Рука сюда и бедро. Да, это надо работать. Это надо просмотреть, будет получаться, если такой захват. Еще раз. Пойдем. Смотри физически, когда можно залезть в руки. Ты должен что сделать? Оп! Показать, да? Оп! И хоп! Сюда. Но ногу здесь держать, потому что он тебя туда бросает. И когда он поворачивается туда, оп, убираешь. Меняет эти руки и делаешь сюда бросок. Попытаться. То есть, обмануть раз, он обязательно это будет делать. Обязательно будет смотреть сюда. Даже если он вот так ставит, значит, отсюда раз и хоп, пойти, то есть показать, хоп, а ногу убрать. Он раз начнет падать, отсюда выведение руками, как дать ему. Это как назад ногу вперед. Борешься, ну просто когда левша, он стоит, он стоит на этом месте. Я бил хорошо по этому, по ноге. Стоит, наверное, по ноге. Вот. Чувствую, он не обращает внимания. Я бам, второй раз. Но я бью сильно, но разворачиваю, не бой, то есть не бьется нога, просто как бы. Вот так получается. Он говорит, нифига себе, скотина. А лупит. И я начинаю, нет. Мы первый заход. Я его бам отсюда. Бам. И третий раз. Раз. Что пастухов делает? И я тоже сам. Летит, как птичка. Я как призор России. Советского Союза просто. Потом проиграл, блин. Ты шо, блин? Я вышел в поселение. Вот, нет. Физически вообще по опыту. Походил. Чувствуется, что затаился, блин. Думает, блин, что за скотина?
стену. Бам! И тут же, раз и убрал. Вот он, как знаешь, он опытный, блядь. И он тут же перепутал, я его перепутал, блядь, как он летел. Вот, блядь, если бы он был япон, то я бы выиграл. Так в Азаре он мне потом был вытал, блядь. То есть так, как и здесь, так и здесь. Значит, ты что должен сделать? Ты должен сделать подсечку, потом ты должен залезть сзади в подножку, но не ставить того вот здесь, чтобы он в ответ пошел. Ты пошел он в ответ, и отсюда можно руками ту-ту-ту и бросить. А что делать? Поступом вон так надо бороться. Ну что, последние пацаны, да? Так, все. Готовы? Да. Джимми! Зачем ты лезешь туда? Руки плохо стоят. Лично на бой, он стоит боком. Нахрен ты лезешь на заднюю? Отсюда. Смотри. Сюда, сюда. Отсюда. Вот это хорошо. Стоп. Отойдите от края. Там сейчас пойдет бросок. Никому, никому не смогу, дам шибу только. Здесь старайся уходить. Отсюда. Не уходи. Так, и виси. Виси, виси, виси. Прыгай, прыгай за него. Эх. Да. Он стоит, ты не потянул. Надо как-то выводить, понимаешь? А как получишь спину колено? Не двигаешься, стоишь много. Двигаться надо. Сюда пошел, сюда пошел. Боишься двигаться, теперь двигаешься. Раз, все, пошел туда, раз, раз, раз. Оп, побежал сюда, потянул, стоишь. Поступов слабее тебя, поэтому за счет выносливости его надо замотать, а потом бросить. Вот, видишь? Вот. А как он получит шибер? Вот, 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 вот. Вот, вот. В Азаре. Время. Хорошо, пошли вокруг ковра. Вот, у тебя уже моментами получалось. Хорошо.
надо все-таки научиться выводить, потому что вот ты залез, но не залез туда дальше, он дернулся.